Анонс и точная дата выхода пятой серии нового турецкого сериала «Беда на голову». Пятая серия сериала будет выходить 18 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что после того, как Ипек пообщалась с Резой, то он похитил Сунгюль. Шахин обвиняет Ипек в том, что она его довела до такого состояния. Ипек прибыла на место, где находилась заложница, и захотела исправить то, что не довела до конца. Шахин был против и считает, что если бы все преступления так легко решались с помощью разговоров, то в тюрьме никого бы не осталось. На допросе Сунгюль Ипек стала использовать свою стратегию. В итоге им вместе с Шахином удалось заставить подозреваемого признаться в совершенном преступлении. Комиссар заметил, что Ипек и Шахин стали прекрасной командой. Шахину не нравится, что Ипек снова стала играть в детектива. Только для нее это не игра, а способ найти хоть какие-то подсказки в новом деле. Когда Шахин предложил Ипек занять со своими прямыми обязанностями и оказывать психологическую помощь нуждающимся, то она сказала, что ему также требуется помощь психолога. Шахину стало интересно, какие выводы Ипек сделала в отношении него. Ипек предложила записаться к ней на сеанс, если ему так интересно узнать про себя. Шахин стал замечать, что в последнее время свои психологические познания Ипек решила использовать на нем. Но Ипек видит, сколько проблем у Шахина, и просто старается ему помочь. И самой главной проблемой для Шахина является его сестра Зехра. Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 18 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.